Новые локации, пространство, а самое главное – все больше обновленных территорий. Только в Ленинском и Железнодорожном районах за 4 года благоустроили бульвары на улице Революционной и Мичурина, сквер Мичурина, Крымскую и Никитинскую площади. Содержание этих территорий на контроле главы Самары Елены Лапушкиной. Во время традиционного объезда мэр города проверяют, как ухаживают за территорией и что нужно сделать дополнительно на общественных пространствах. К примеру, на Никитинской площади есть детская площадка, которая практически всегда пустует. Мэр отметил, что по возможности нужно рассмотреть вариант ее переноса в более оживленное место и поручила главе Ленинского района и профильному департаменту заняться этим вопросом. Главное – вынести инициативу на общественное обсуждение. В центре внимания главы города не только общественные пространства, но и дворы. Жители дома 3А по улице Арцебушевская обратились к мэру с просьбой помочь изменить схему движения по прилегающей дороге. В частности, жильцов беспокоит грузовой транспорт, который не только создает много шума, но и периодически разрушает асфальтовое покрытие. Тем более, что недавно здесь начали укладывать новое. Представитель профильного департамента отметил, что вопрос уже на контроле и проблема в стадии решения. Решили этот вопрос, поставить дополнительные знаки. Задание тоже подготовлено, согласовано, и мы отдали Олегу Владимировичу работу. Ну, то есть мы там грузовым транспортом запрещаем. Запретим грузовому транспорту движение сюда на улице Арцебушевской. То есть, ну, весь поток транспорта, конечно, исключить здесь движение не получится. Ну, нет, конечно. Во время осмотра Ленинского района Елена Лапушкина обратила внимание на территории, которые могут быть обновлены. На пересечении улиц Дачной и Мичурина, рядом с торговым центром, есть небольшая заросшая зеленью аллея. Пока локация далека от идеальной, но в будущем все может измениться благодаря программе формирования комфортной городской среды. Активные жители микрорайона хотят видеть новое облагороженное пространство и даже подготовили собственный проект. Осталось только дождаться следующего года и когда территорию внесут в список рейтингового голосования за благоустройство. Уже сейчас самарцы видят здесь прогулочную зону с красивым озеленением и инфраструктурой. Все ждали, видите, завершения работ по проектированию реконструкции улицы Дачной. К счастью, вот есть заключение, которое обрадовало практически всех жителей Мичуринского микрорайона, о том, что все-таки будет не реконструкция, а капитальный ремонт. Поэтому все жители хотят, чтобы этот сквер, как зеленый остров, остался на территории района. До конца августа, отметила глава города Елена Лапушкина, необходимо осмотреть все 9 районов Самары, проверить содержание и благоустройство общественных пространств и дворов, которые обновляли с 2018 года по муниципальным, региональным и федеральным программам. Особое внимание глава города уделит тем территориям, о которых часто пишут жители. Михаил Ермоленко, Константин Головин, Василий Колдашов. События.